Следователи прокуратуры вместе с оперативниками СБУ на взятке задержали главу государственной исполнительной службы в Одесской области Дениса Бондаря с сообщником. Сумма взятки $6,500 США. Эти деньги чиновник требовал за снятие арестов с имущества одного из предприятий. Интересно и официальное сообщение об этом задержании. Мол, следствие проверяет, была ли эта взятка частью налаженной в Одесской исполнительной службе системы вымогательства. Вообще, согласитесь, новости криминального характера из Одессы в последнее время поступают с печальной регулярностью. Чего стоит один только недавний пожар в детском лагере «Виктория», в результате которого погибли трое детей. Кстати, и на этой неделе нет ясности по главному вопросу. А кто же, собственно, будет отвечать за произошедшее? Только стрелочники или все-таки реальные виновники трагедии? Единственное, что пока точно прояснилось, всю вину за пожар не удастся возложить на воспитательницу из Виктории Наталью Янчик. Народный депутат Мустафа Наем, его коллеги по парламенту и активисты сумели добиться освобождения девушки из-под стражи. Напомню, именно на воспитательницу пытались возложить формальную ответственность за пожарную безопасность в детском лагере.